Это последствия ракетного обстрела российскими оккупантами общежития в Одессе. От здания остались только руины. Ракета попала в подъезд дома. Оно как шарахнуло, и посыпались из стены зеркала, и все это какой-то дым, какой-то чад, какой-то... Темень стала, дышать пыль, дышать нечем. В момент ракетного удара там находилось 5 человек. 15-летний подросток погиб. 17-летняя девушка получила ранение. Она находится в больнице. Он так старательно учился, он в подвале сдавал экзамены, поэтому онлайн. А девочка молодая Лиза, вот у нее 5 число, 18 лет, замуж вот так стала ходить. Ее понесли раненую. Я не знаю, где она находилась. На протяжении 2 часов спасатели тушили пожар, охвативший 70 квадратных метров. Подразделения ГШС были автоматически направлены по тревоге. Вызовом было установлено, что горит двухэтажное жилое здание. С пострадавшими работали психологи ГШС. Также взрывной волной был поврежден Иверский монастырь. Жилое здание находится недалеко от религиозного учреждения, в котором также взрывной волной повреждены окна и части сооружений, крыша и несколько попаданий в стену. Войска РФ пытались ударить по Одессе не только ракетами, но и дроном, беспилотником типа «Форпост». Однако его удалось уничтожить силами ПВО. Попытки провокации продолжаются до сих пор. Виктория Синько из Одессы, специально для информационного марафона «Freedom» телеканала UA.